Первое воскресенье сентября предприниматели Украины отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в мэрии чиновники поздравляли отличников этой сферы. Уже традиционно в канун своего профессионального праздника предприниматели принимают поздравления от чиновников. Сегодня для этого их пригласили в мэрию, где лучших, по мнению власти, поздравляли и награждали почетными грамотами. Праздник – это всегда приятно. Очень приятно, что город и область вспоминают о предпринимателе хотя бы в этот день, когда именно праздник – День предпринимателя, приглашают, поздравляют, дают грамоты. Настроение у предпринимателей праздничное. Собравшись вместе, они обсуждают достижения, делятся планами на будущее. Праздник праздником, а расслабляться нельзя, говорят представители бизнеса. Это, наверное, пройдут каникулы наших народных депутатов. Наверное, начнут в сентябре какие-то уже конкретно законы. И тогда, я думаю, что пойдут налоговые службы в бой. Мы, конечно, контролируем каждый шаг власти. Пишем на администрацию президента, на кабинет министра пишем письма, чтобы они прислушались к нашим советам и требованиям, чтобы сделать посильные именно налоги, чтобы предприниматели в состоянии были их платить и работать. Непосредственно в воскресенье представители малого и среднего бизнеса снова соберутся вместе и проведут всеукраинскую ассамблею предпринимателей.